Здравствуйте, друзья! Продолжаем нашу работу с глаголами. Глаголы, у которых есть какие-то особенности. Сегодня будем разбирать тип глагола commencer. Но возьмем не его, а другой глагол, чтобы расширять наш вокабуляр. Глагол renforcer переводится как усиливать, делать более солидным и используется в сочетании с конкретными понятиями и с абстрактными. С конкретным, например, renforcer les ongles – ногти, или renforcer les cheveux – волосы. Абстрактно renforcer les liens, связи между людьми, или renforcer la confiance en soi, уверенность в себе. И посмотрим, какие особенности он имеет. Сначала прочитаем, вы повторяете за мной. Je renforce, tu renforces, il renforce, nous renforçons, vous renforcez, il renforce. Когда мы произносим этот глагол, казалось бы, никаких особенностей нет, прилагается так же, как и все другие глаголы, но в написании нам нужно вместо обычной «se» поставить «se sedi». Почему? Потому что если мы этого не сделаем, то у нас появится здесь «k» – «renforcon». Это «se sedi», даже похоже на маленькую «s», дает возможность «se» произноситься как «se». Вы ее уже видели в словах «le son», «garçon», например. Здесь то же самое. Давайте еще раз прочтем. Je renforce, tu renforces, il renforce, nous renforçons, vous renforcez, il renforce. То есть произношение такое же, как у обычных глаголов, а в написании мы ее добавляем, чтобы все соответствовало этому произношению, чтобы глагол не менялся. И опять же, как это было в глаголах типа manger, не только в présent мы видим эту сессидей, мы еще видим их и в imparfait, и в passé simple. Давайте начнем с imparfait. Я читаю, вы повторяете. И здесь у нас это «се» появляется в башмаке, потому что как раз здесь окончание, перед которым «се» должна читаться как «ка», потому что начинается с буквы «а». Bon. А в «ну и ву» такого нет, потому что окончание здесь начинается на «и». Прочтем. Je renforce, tu renforce, il renforce, nous renforcions, vous renforciez, il renforce. Еще раз. Je renforce, tu renforce, il renforce, nous renforcions, vous renforciez, il renforce. И последний глагол в passé simple. Je renforce, tu renforça, il renforça, nous renforçâmes, vous renforçâtes, ils renforcèrent. Encore une fois, je renforçais, tu renforças, il renforça, nous renforçâmes, vous renforçâtes, ils renforcèrent. C'est tout.